Товарищ полковник, сам полиция за получение диплом прибыл. Поздравляю с окончанием академии. Всех благ. Спасибо большое. Ты помнишь, что еще месяц ты числился за академией? Так точно помню. Стой отстрой. Есть. Служу Российской Федерации. С улыбками на лицах они готовы вступить в ряды полиции. В этом году Нижегородская академия МВД выпускает 238 лейтенантов. 5 лет назад они, еще школьники, поступили в вуз из 30 регионов страны. И сейчас их уже ждут на службу в родных городах. Они пойдут работать в различные подразделения органов внутренних дел, в подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, в уголовный розыск, в подразделение по охране общественного порядка. 15 человек закончили академию с отличием, и гордость преподавателей — Екатерина Апутина, единственная золотая медалистка. Обязательно нужно туда поступать. Это очень большая школа жизни. Как они красиво чеканят шаг, пришли посмотреть бабушки, мамы, папы. Часто в полиции работают целыми династиями. Я хотел всегда стать сотрудником полиции на примере своего отца, деда. Всегда хотелось защищать Родину всю жизнь. На выпускном и будущие работодатели, по словам исполняющего обязанности начальника главного управления МВД России по Нижегородской области Григория Ткаченко, на молодых лейтенантов особенные надежды. Мы всегда рады. Почему? Потому что Нижегородская академия, она отличается тем, что выпускает исключительно, во-первых, добросовестных сотрудников и высококвалифицированных сотрудников. Это наша надежда, это наша смена. По традиции, торжественным маршем они проходят мимо преподавательского состава и, как только минуют, подбрасывают вверх монетки на счастье с криком «И все!». Ксения Доринова, Алексей Калякин, объективно, ННТВ.